Сегодня утром на перекрестке в районе ХМК образовалась огромная пробка. На развязке, соединяющей Юго-Восток, Майкудук и город, по словам очевидцев, с самого утра не работает светофор и нет регулировщика. В итоге спешащим на работу людям пришлось по несколько минут стоять в автомобильном заторе. Я приехал на работу в 8 часов, и здесь светофор не работал. Вот. И пробка была. Не могли проехать. А потом... Эти полиции не было еще, они приехали где-то к 11. По сообщению автолюбителей, утром в час пик на этом и без того оживленном участке дороги из-за неисправного светофора движение транспорта и вовсе застопорилось. Ситуация осложняет отсутствие на перекрестке сотрудников ГАИ, которые могли бы оказать посильную помощь в обеспечении безопасности движения. Пока снимался материал, дорожные стражи порядка все-таки появились. Однако регулировщик не простоял и 10 минут, как от него и след простыл.